В канадском Ванкувере открыли башню Трампа. Торжественную церемонию провели сыновья президента Америки Эрик и Дональд. Vancouver is truly one of the great cities of the world. It's truly one of the most beautiful places in the world, and it was so fitting for the Trump brand, something that we really hold in the highest esteem. We've had an unbelievable past year on so many fronts as a family, but we've opened so many great properties. Жители Ванкувера, в свою очередь, встретили сыновей Трампа массовыми протестами. Сотни людей собрались у подножья небоскреба, чтобы выступить против миграционной политики президента. Почти половина жителей Ванкувера – это выходцы из других стран. И многие высказывались против строительства в городе башни Трампа. Элитный жилой дом и отель даже просили переименовать. We don't like what they stand.